Привет. Привет. А? Меня слышно? Да. Вау. Здорово, мужик. А что ты, как сам? А что я сам? Идёшь? Ничего, неплохо, а ты как? А? Да тоже нормально. Нормально? По кайфу? Залетаю что-то. Ну да, интернет. Интернет все еще дерьмовый. Да-да. Че, а ты откуда вообще, друг? Из страны соседней. Насколько соседней? Ну вот, ты недавно упоминал ее. А, из Беларуси? Да. А из какого города? Ну, такой город, малоизвестный, не будешь знать. А, думаешь, как, ну как называется? Столин. А, в натуре, не знаю, не буду врать. Что, в маленьких городах, наверное, нет движения такого, как большого, больших? Ну, да, особо нет. Никто особо не ходит, да? Да-да. Че, какие новости вообще в Беларуси? Что там происходит? Я не особо следил. Даже не знаю, что сказать. Митинги. Может, ты знаешь. Че-че? Митинги. Митинги, ну да. Ну да. Ну, дай бог, это поднимается наконец. Пора бы уже. Ну, конечно, не мне говорить. В нашей стране уже все весело. Вот. Пенсионеры гэнг. Вот такие пироги. Ну как вообще дела там, братан? Чем вообще по жизни занимаешься? В колледже учусь я. Что за колледж? Вот. Там такой. Такой. Ну понятно. Ну ладно, давай, я пойду. Да, давай. Удачи. Да. Удачи. Туда. Какой прикольный типок. Привет. Привет. Очень странно. Все нормально, все очень хорошо. Кто-то сказал странно. Да, я сказала странно, потому что, не знаю, я заходила в эфиры только, не знаю, к Джареду Лето пару раз, и все, и мне никогда в жизни никто не принимал, естественно. Джареду Лето тоже подавал заявку. Да, несколько раз была на эфире, поэтому... Ну, Джаред Лето звезда мирового масштаба. Поэтому это не удивительно. В какой находишься стране? А, я в Киеве нахожусь. А, Киев. Люблю Украину. Что там в Украине, как дела? А, в целом все нормально, явно спокойнее, чем в Беларуси и так далее. А, все хорошо в целом. Никаких Слава проблем. Слава Богу. Очень хочется приехать в Украину, дать концерты. Да, я помню, вообще у тебя вроде как в Киеве должен был быть в сентябре концерт, по-моему. Но... В этом году? Да. Да, да, но это анонс был где-то еще в феврале или что-то такое. Да, да, был. Должен был быть. И в других городах Украины, в которых я не был, тоже должен был быть, но коронавирус, короче, всем нам пришел. Ничего страшного. Будет да, еще круче. Я как-то была на концерте, там мне очень понравилось. Было да, такое. Последний киевский концерт, который. Что еще раз? Последний киевский концерт, который. Да, да, это было в прошлом апреле, если я не ошибаюсь. А, да, прошлый так апрель. Что... Такой был мини-тур. Да, было классно. Спасибо. Я рад.
если тебе понравился концерт. Спасибо тебе. Постараюсь, давай, как говорить. Для всех наших. Ну ладно, я пойду. Спасибо за общение. Пока. Пока. Интересный факт. То, что я... Ничего так. Красивый. Так. Здорово. Бля, я ждал. Чё, кого? Как? А? Чё, где находишься? Алло. В Мурманске. В Минске? В Мурманске. В Мурманске. О, круто, да. Мурманск тоже прикольно. Я там был. Очень-очень жестко. Да, в декабре, я помню, да, был разъем. Клуб был полный пиздец, короче. Клуб вообще. Да, вообще же. Какой-то лютый клубешник, я в ахуе был. Там, да. Я не знаю, там был ты или там твои знакомые. Я был, да. Ты был, пиздец. Короче, я выступаю, все охуенно, ну прям Мурманск вообще жестко разъемывал. Я выступаю, бам-бам-бам, короче. Хуякся, и просто звука нет, света нет, ничего, короче, нет. Я такой, да. Что это такое вообще? А там организатор еще какой-то дурачок. Да, организатор фиговый был. Да, с Петрозаводска, и он да. В Петрозаводске там сидит и вообще ничего не выкупает, и такой, типа, вообще не в курсе ничего, хотя, ну, заранее там все оговаривали, то, что надо такие-то условия, чтобы, короче, все работало, свет, звук работало, в итоге проводка, короче, не выдержала. Да. Один раз бахнуло, я, короче, ну, начинаю дальше выступать, помню, что, типа, то второй раз опять под конец бахнуло, короче. Да. Просто конченый какой-то клуб, но да. Ничего, не знаю, надеюсь... Ну, что-то со звуком, помню, со звуком были проблемы. Да, надеюсь, в Мурманске будут когда-нибудь нормально площадка, потому что это просто трешняк. Город-то нормальный, типа. Да, город. Охуел, знаешь, чего от того, что я когда приехал, было 12 часов дня, было темно, пиздец. Да. Ну, да, типа... кстати, я еще потом, кстати, после концерта поехал до этого, как его, до отеля, ну, чтобы с тобой как-то попробовать увидеться, но сейчас не получилось, не фартануло. А я не знаю, может, я не в этом отеле жил. Я не помню. Ну, в там... отеле Арктика. Не знаю, я не помню, братан, в каком жил. Ну, он такой, знаешь, большой, белый, знаешь, почти центр. Ну, может быть, там какой-то торговый центр был рядом, по-моему. Если да, я не... ну, я понял, да, это тот отель. Да. Ну, наверное, он. Да. Там организация была на высшем уровне, там сразу мы только заехали в отель, там, знаешь, ну, вот у нас есть иногда такие ситуации, когда ты приезжаешь в отель, короче, заебался, пиздец, у тебя был концерт, время 8 утра, ты заходишь, короче, в отель, и на ресепшене тебе говорит чувак, типа, который стоит, мол, ща, короче, это надо будет еще час посидеть здесь, нахуй, в лобби подождать, потому что ваш организатор... Да, там, ну, у нас бывает такая фигня, да. И, короче, ты такой сидишь, блядь, охуенно, вообще радостный, час еще, короче, в лобби, ну и в итоге все называется, до свидания, блядь. Приплыли. Да. Короче, такие тратики. Чем ты вообще занимаешься по жизни? Учишься? Да, я в колледж поступил. А тебе сколько лет? 16. А, красавчик. Круто. Молодая школа. Да. Я тебя давно слушаю вообще, вот как бургер стартанул, все. Еще 17-го года. Последний, а? Это называется, короче, вторая олдов. Первая волна олдов, да. Это с самого начала, вторая волна олдов, это то, слушай, 17-го года. А у тебя вообще как дела там? Как с Марьяной? Я все круто, по кайфу. С Марьяной у нас все отлично. О, да? Серёдка, твоими молитвами спасибо за интерес. Я вот, кстати, вот после концерта вообще прям на постоянной репите все треки, вот из альбома 12-го я прям вообще все на репите были. От души, братан. Я думаю, что следующий альбом тебя тоже не разочарует. Но я потому что на неделю забухал с этими треками, вообще офигенно. Это чётко. Ладно, рад видеть был. Увидимся. Давай.
А слышишь, а когда будет тур, по-моему, там вообще, когда тур начнется? Когда тур начнется? Да, не знаешь? Слушай, я не знаю, на самом деле. Сейчас с короной все сложно. Я думаю, в следующем году будет. Вот. Потому что, типа... Да. Сейчас... Там, главное. Все хотят делать осенью концерты, но я очень сомневаюсь, что будет осенью что-то. Потому что, как бы, вроде все живут. Говорят, что Собянин отменил коронавирус. Ну, шутка такая у нас есть. Потому что это смешно, что, типа, коронавирус был, и коронавируса нет. Типа, и все живут как раньше. Вот, но, как сказать, все хотят осенью делать концерты, но мне кажется, что даже несмотря на то, что коронавирус отменен, концерта все равно осенью не будет, потому что, ну, массовые мероприятия, все, собираться, ну, по крайней мере, даже если они не будут в виде, в котором были вот, ну, этой осенью, да. Да. Нормальный полноценный концерт, где люди друг с другом пляшут, танцуют и так далее. То есть это может быть какая-то, не знаю, там, как вот Баста выступал недавно, автостоянка какая-то, типа люди там, хуяк стоят, смотрят, о, круто, каждый в машине. Вот. Ну, кстати, в Англии, вот я видел, придумали такую штуку, что там как бы как столики поставили, огородили их какой-то хуйней, типа 1,5 метра расстояние от каждого, и все сидят, типа, в ресторане, знаешь, ну, хуйня это все какая-то, охота нормальный концерт, вот как в Мурманске был. То есть нормально люди все месяца и поют, и танцуют, и я тоже. Да. И... Там только что с проводкой проблем не было, и вообще все круто. Понятно. Ладно, удачи тебе. Там, за Мурманск, да. Топи, если... Тебе тоже удачи, бро. Давай. Да. Да. Спасибо большое там за эфир. Давай, слушай. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Привет, крива. Шейдерес. Looking around the room, there's nothing to find. Cause the love that I need is all inside. Привет. Еще раз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Что, как жизнь? Нормально, сам. Да, ничего, по кайфу. Ты что, откуда? Уфы. А, крутя. С какого района? Зеленка. А, да. Кого знаешь, Зеленка? Сату знаю. Да, кого знаю? Ну, я близко так не знаком, но слышал. Там Алим, Салим. А, ты слышал? Или ты знаком? Ну, лично не знаком. А, ну ты знаешь, то, что есть такие. Да. А, я понял. Перемель. А ты где вообще обитаешь, ну, в Зелёк? Где живешь? Аркадий. Ну, в смысле, двигаюсь в Аркадий. Или еще раз? В Аркадий. А, Аркада? На Аркаде? Да. Я понял, что там, как в Аркаде вообще дела обстоят? Нормально, потихо. А тебе сколько лет? 17. Сколько, 17? Да. А, понятно. Молодой пацан, горячий, короче, да? Да. А что, эфир сохранишь? Не, я не сохранил. 108. Но я думаю... А? 108? Да-да. А, нифига, прикольно. Чё это, в Аркадии-то вообще пацаны ходят внутри ТЦ? Гуляют? Сейчас так ограничено. Ну, фудкорт, в смысле, не пускают, но так ходят. Да, я понял. Ну, короче, нормально. Чё там, беспредела нет? Нет, нету. Все под моим... Там, короче, все. Интересный парнишка. Так.
как говорится, ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Сегодня день рождения у моего друга. У Ждана. С днем рождения, Ждан. Освободите Ждана. Он не сделал ничего. Ты хоть раз приедешь в Узбекистан? Я бы с удовольствием. С удовольствием. Реально. Где-нибудь в Самарканде бы. Я думаю, там такие вкусные лагманы. Вот я был когда в Казахстане. Мы ездили в Алматы выступать. Там было так вкусно. Хавать всякие манты в горах. И так далее, и так далее. Освободите Бобби Шмёрду. Да, факты. Бобби Шмёрду, Рауди Рэббла. Этих двух пацанов точно надо освободить, потому что они очень лояльные и трушные, чего сейчас не хватает хип-хопу. Вот, к примеру, смотри. Заходит тип, вот меня это угорает и говорит, не уебывайся, пес. Прикиньте, он тратит свое время на то, чтобы зайти и это написать. Наверное, ему больше в жизни нечем заняться реально. Интересно, а вот вообще сам феномен того, что люди заходят в комментарии кому-то и начинают писать какую-то хуйню. Наверное, как мне кажется, это от того, что они реально... в реальной жизни несостоятельные, то есть несостоявшиеся какие-то, им нехуй заняться, и они реально заходят и тратят свое время на то, чтобы кому-нибудь написать какой-то негатив. То есть они считают потом, что они от этого значимые становятся. То же самое, как, например, какой-то чувак заходит, пишет хуйню, и если я просто хотя бы даже говорю, что он написал, не упоминая его, то я думаю, его жизнь уже будет сделана, то есть он будет счастлив на сегодняшний день. Но это ошибочное мнение, потому что счастливым быть на негативе очень сложно. Негатив, как и любые подобные вещи, это то, это вообще, как сказать, негатив, это, ну, это для неразумных. То есть, ну, более или менее, это для животных. У нас есть разум, мы должны им пользоваться, потому что это наше назначение по природе. Да? И как бы более или менее люди... цель, как бы, да, каждого существа жить в соответствии со своей природой. И у тебя есть разум для того, чтобы отсекать верное и неверное. В этом твоя природа. Ты этим отличаешься от животных, от других, да, ну, типа неразумных животных. То есть всех, кроме людей. И ты не пользуешься своим разумом. Камон, чувак, тогда... как ты вообще живешь? Типа ты заходишь и тратишь свое время на негатив, пишешь кому-то что-то, говоришь кому-то и так далее. Но так ведут себя животные, неразумные. Это очень глупо. Когда треки? О, я хочу сейчас очень много дропаться снова. Я что-то, знаете, накопил много песен. Я хочу снимать много клипов, хочу выпускать много песен, хочу выпускать много альбомов. Короче, я соскучился. Передаю привет всем, кто просит передать привет. В Ташкент я базарю, будет пиздец. Да с удовольствием в Ташкент, с удовольствием. Конечно, после... России, Украины, Беларуси, Прибалтики. Всегда следующий шаг, наверное, это Казахстан. Потом уже дальше все остальные страны. Казахстан надо проехать. Хорошенько, я с удовольствием восстану. Или как там, Нур-Султан. Жесть, конечно. Что думаю про Минск? Я, в принципе, уже говорил неоднократно поддерживаю всех людей, которые борются за свою свободу. Привет, Уфе. Всегда Уфе салам. Всегда. Ведь не будем забывать, потому что я из Уфы. С улицы Аврора.
Какая у тебя тачка? У меня нет машины. Я живу в Москве. И причем не за городом. Поэтому я не вижу в этом смысла. И у меня нет, как сказать, у меня нет ребенка. Там, да, мне не надо никого возить в детском кресле и так далее. Поэтому здесь такой сумасшедший трафик. И там, где я живу, просто трудно поставить машину. Поэтому мне просто не надо это. Машину в основном покупают для чего и зачем люди. И вообще, как и все в целом, то, что люди покупают более или менее. Они это покупают для того, чтобы реализовать какие-то, как сказать, общепринятые материальные идеалы, навязанные капитализмом. И мне это неинтересно. Типа, я хочу реализовывать себя, свою душу, свой разум, свою музыку, заниматься этим. Я не хочу заниматься, типа, тем, чтобы оправдывать чьи-то ожидания, навязанные какими-то бумажными мечтами, типа, о том, что у всех должна быть машина, у всех должна быть там квартира и так далее, и тому подобное. То есть у всех должна быть семья, у всех должно быть то, у всех должно быть это и так далее. То есть там материальные и нематериальные вещи, без разницы, вот эти вот все стереотипы. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как он хочет жить. То есть там и все, как сказать, ну, к примеру, если ты хочешь себе красивое тело, ты его должен делать для того, чтобы... Если ты хочешь себе красивое тело, ты его должен делать. Это нужно было... тебе для чего-то. К примеру, для того, чтобы ты сам там был сильный. Или там тебе ты сам нравился для своего собственного кайфа. А не для того, чтобы кто-то сказал, типа, о, охуеть, ты красивый, там, сильный и так далее, и тому подобное. Потому что тогда ты сразу проигрываешь и ставишься в роль проигравшего. Ты становишься человеком, который дает волю, дает силу над собой другим людям. Ты лезешь в то, что от тебя не зависит, и ты сразу начинаешь проигрывать. Типа, когда ты хочешь, чтобы тебя любили, когда ты хочешь, чтобы на тебя смотрели, на тебя дрочили или еще что-то, это то, что от тебя не зависит. Ты можешь расшибиться в лепешку, но они не будут этого делать. И можешь нихуя не делать, и они будут это делать. В любом случае, ты сразу, когда ты занимаешься тем, что от тебя не зависит, ты, когда ты хочешь то, что от тебя не зависит, ты сразу проигрываешь. Ты должен жить для себя. Не для других людей. А машину в основном покупают рэперы, к примеру, для чего? Для того, чтобы других людей потешить. Типа, смотрите, у меня охуенная тачка. Вот. И чтобы другие люди сказали, круто, добился. А мне похуй. Типа, на мнение других людей абсолютно. Я живу для себя, для того, что как мне нравится. Как мне заебись. И езжу я на такси. Причем не на бизнес-такси, потому что мне до пизды. Вопрос. Вы самокритичны? Да, достаточно. Новый трек скоро. Привет. Здорово. Как дела? Четко у тебя как? Отлично, супер. Да, четко. Че, ты как вообще? Я по кайфу. Ты сказал, что ты зачитаешь рэп на английском, и это меня заинтересует. Давай, погнал. Давай. Сейчас. I am a menace, give me a reggie like tennis. I want to shit like I'm Dennis. I started the shit so I finish. Niggas be hate, trying to blame me my image. Who want to smoke, to take a head with a scope. A skin is a wannabe rope, we wipe his nose. Jelly hit him a cold. I'm the boy with the hope, pull up with the gang. You know what the gang, no one is sending. What does he claim? I am a beast, look in the time. Don't put a figure, this shit can hit dang. Привет, NLE Chapa. Hi, NLE Chapa, я не скрываю.
Как вообще, нормально? Да не, нормально, слушай, неплохо. Вообще акцент лучше, чем у меня. Я, знаешь, как хуёво разговариваю. Подхожу там где-нибудь в Таиланде, говорю там, блядь, give me a drink, please, нахуй. Да я английский это с детства учу, вот экзамены только сдал. Ура, нихуя себе. А ты где-то, где живёшь так английский, знаешь? Ну, я живу в России, но у меня брат в Штатах живёт такое. А, нифига. Ты богатый малый, да. Или как? Или self-made? Да не, обычный. А чё, как у тебя брат там оказался? Учиться поехал туда. А, в университет. Круто, я никогда не был в Штатах. Очень хочу. Будет возможность нормально ездить, сразу же. Потому что мне кажется, что как это так, я рэпер не был до сих пор в Америке, как говорят. Надо. Ну надо, да, Нью-Йорк. Первый город. Знаешь, что-то. Чисто. А, ты в Атланту ходишь? Вот. Блин, что-то какие вообще пироги. Связь пробовал. Да, все плохо. Ладно, давай, братан, я погнал, короче. Удачи. Давай, давай, удачи тебе. Удачи, давай, пока. Всем удачи. Скоро будет мой новый трек. Новый клип. Новый альбом. Новая жизнь.